Что, не, еще что ли есть? Что, сука? Откуда ты взялась, блядь? Убирайся. Продолжим наше прохождение. А пока мы начали, несколько слов скажу про Doom Eternal, который я начинал проходить, и который я, скорее всего, проходить не буду. Потому что это та еще помойка, откровенно говоря, казуальная, сделанная только на выкачивание денег. Основная цель — это просто выжить людей побольше бабла, не предоставив при этом хороший какой-либо продукт. Вот что можно об этом сказать. С механикой больше похожей на доту, а не на классический шутер, где нужно не убивать и расчленять по своему желанию, а нужно постоянно оставлять недобитым, чтобы его расчленить. Постоянно следить за кулдауном огнемета, чтобы его... чтобы выбить из врага параллельно броню. Я уже не говорю о том, что патронов и ничего такого ни хера там нет. Поэтому игра чисто на выкачивание денег, в большей степени на школоту сделана. Поэтому ничего хорошего про нее сказать не могу. Кто у нас? Ух ты. Бэтмен. Вас, блядь, полно идет, а, сука. Ребята, вас слишком дохуя, что мне даже рассказать не даете. Здравствуйте. Так. А сколько вас вообще здесь будет? Ого! У меня будет нехилый замес. Я так понимаю, здесь будут и... Кто только здесь не будет. В общем, здесь будет просто полнейшая жопа. По поводу уровня пока ничего не известно. Здравствуйте. И вам здравствуйте. Такой, но от тебя сейчас точно ничего не останется. Еще и Doomgay появился. Ну это пиздец, это реально перебор. Это перебор. Я не вижу, что происходит. Заранее не зная, что и как, здесь невозможно выиграть, если заранее не знать. Ты, батька, шлюха. Тоже валим нахуй. А я не помню статус этого выглядка, кто он такой. Если бы я знал, что он не Enraged или там еще кто-то, я бы его этой хуйней бы ёбнул. Ой! Кто это такой, а? Пустая трата. Отсюда. Тебя сюда никто не звал. Ты никому не нужен, урод. У
на одном пиздатом спрее. Использовать я ресурсы все не буду, но... Как вот в этом генераторе черной дыры увидеть что-то? Нихуя не видно вообще. Как я мог его убить? Никак. Давай, иди сюда. Кто будет next? Твоя очередь, пидорас. Нахуй, блин. Читер ебаный. Ух ты, чё это, блядь, было? Мина, что ли? И снова с них бесполезно упало. То, что у меня и так есть. Называется работа бесплатно, в холостую. Что называется, почувствуй себя рабом. Выполнил действие и нихуя не получил при этом. Вот это недоработка игры. Выдавать уже имеющийся лут. Это то же самое, как в Borderlands выдают лут, который не предназначается тебе. Что ты с этим будешь делать? Можешь продать. Ах ты, сука. Кто это, блядь, был, а? И откуда главное? И как оно как-то отскакивает, ебашило? Я даже разглядеть не успел. Пошел нахуй. Тоже идешь на. Там каменный сатир, что ли? А что, бывают такие? Не каменный сатир, это бизоны сатир. Говняной бизон. Сделанный из говна. Или грязный. Ты что здесь стоишь? Тарасина. Нахуй пошел. Тебя не было тут, откуда взялся, блядь? Что за блядство-то? Тебя тоже не было. О, авиация. Бля, что это такое, а? Это мочой ебать. Ебать. Ты дохуя буйный, блять, а? Хочешь посоревноваться, кто кого ёбнет? Что это такое? Что за сволочь ебаная? Еще такой бизон какой-то резкий. С виду как внезапный лось. Нахуй не такая броня, которую нельзя. О, я не знаю, что это рюмка, чем она отличается. Я думаю, это надо оставить. И скорее всего на этом уровне мне это точно понадобится. Ебанина здесь точно будет много. Ух ты, блядь. Так, у нас проблема.
Нет проблемы. Ой, ебать! А я не помню, он умирает от этого, нет? Легендарный зомби. Ой, надо же. Быстро помер он. Какая-то броня прикольная упала. Я уже даже забыл, что у меня есть. Давно не играл. Сейчас посмотрим, что у меня вообще из оружия имеется. У меня есть универсальная пушка, хорошая, почти тоже против всего. Так, тут полно гранат. Значит, сам бог велел мне развлечься чем-нибудь гранатным. Так. Пушка, стреляющая за угол. Это тоже всегда хорошо. Так, из гранатного, я думаю, лучше сэкономить на боссов. Сейчас с залупой будем по губам бить. Охуеть, как ебашит, а? Что это такое, блядь? Чё за хуйня? Охуеть. Вот это мразь, блядь, плебей. Дальше. У меня очень нехорошее предчувствие на поводу того, что здесь может случиться. Определенно. И у моего предчувствия есть определенные свойства. Оно редко ошибается. Так, это я пошел отсюда. Блять, это олень ебаный, а? Эта мразь сняла от брони до хера много, всего лишь какой-то ссаный плебей, обоссанный дракон, блять. Ёбаный дракон, сука. Что это такое, а? Тролль, легендари. Я так понимаю, это очень долго можно будет ебашить из оружия. Перебережем это на самый плохой случай. Пока что будем воевать тем, чем есть. Так, пиздатых мин у меня нету. Ставим такие хоть. Это лучше, чем ничего. Видать там, что творится. Понятно.
Ничего хорошего. Ничего. Синица в руках лучше, чем журавль в жопе. Я думаю, это все прекрасно знают. Там еще ёбнуло. Птичка какая-то летает. Черт, что ли? Начались. Кстати, вот что, вытернули больше разборок между демонами, чем, скажем, в 2016-м. Тут несомненно плюс. Нашли кучу. Там, блядь, ебаная тварь, а. Слишком охуевшая. Хитро выебанная. Что у меня еще есть слишком веселого? Ха-ха, лол. Ух ты, ебать, а, сука. Не самое безопасное место. Чё звуки-то? Их не было там. Ты, блядь! Что это за хуйня? Сука ебучая. Это тварь охуевшая. Это
нихуя, блядь, дамажу какую-то хуйню. Подло, блядь, очень. Злое место. Че, брони мне все снесли. Падла ебаная. Какие-то плебеи, блядь. Ого, это чё, Ктулху? Надеюсь, он не отражает меня боеприпасы. Чего бы тут не было, хуже помойки и тернула, вообще, наверное, игру придумать нельзя. Ах, пошел. Отжался, пидорас. Тайник есть какой-нибудь. Блять, я случайно активировал. Чё за блядство, а? Идите вы нахуй, я не собираюсь просто так размениваться. Упал, ударился, блядь. Сразу щит так упал смешно.
даже удивлен, что ни одного легендарного. Вероятность крайне высока в этом месте. Сволочь ёбаная. Причем быстро перемещающаяся. Тварь ебучая. Прокладосы админские. Засады нету, даже странно. Будем радоваться, что пока все спокойно. Пока что спокойно. Ключевое слово здесь пока что. Теперь надо найти красную дверь, а я не помню, где красная дверь. Туша дракона ёбаного. Так, значит, не сюда. А куда? Куда? Куда я знаю, куда? Карты хуй поймешь. Везде синие двери.
где-то мастер-майнд слышим какой-то. А вот она, дверца. Что, блядь, такое? Что это за чмо ебаное? Чё, дебафы пошли? Охуеть. Да хуя выебывается. О, у меня лазер есть, легендарная снопа. Прикольно. Проверим, есть ли на него легендарная снопа. Вот так вот, блядь. Чик, и все. Вот там что-то нехорошее. Его точно не будет брать, эта снопа. Зато вот это будет. Этого точно надо будет. Это плебей. Вот это что за счет? О, ебать! Чем тебя тоже уебем. Там из рогатого скота, блядь, ходит. Посмотрим, что это такое у нас. Ты откуда взялся, блядь?
все это начинает надоедать. Так-то лучше. Осталось еще, а мы так постепенно уже почти 500 перебили чертей. В футбол я не играю, иди нахер с футболом своим. Не зря я не переживал насчет брони. Нашел сразу нормальную броню. Все хорошо, как говорится. Я парился, беспокоился, что обменял легендарную на красную. Зря волновался. Не волновался. Короче, все заебись. Так, идем дальше. Здравствуйте. Пошел нахуй. Шумный. Живешь. О, блять. Это плохо. У нас проблемы. Думгей. Надо срочно провести инвентаризацию. Меня не ёбнули. Сюда он точно не придет. Чего убивать, а? Это он! Он быстро пришел, очень. Очень хорошо досталось. Ты, блять, 200 брони разом не стало. Не помню, действует на него это или не действует. Тут точно должно действовать. Я ничего не могу делать в это время сам. Night train.
сука. Нахуй иди отсюда. Блядская башка. Никто не звал тебя. Так, идем дальше разбираться. Так, с Думгеем разобрались, наебали его. Тоже дохуя их. Что проще пальнуть куда-нибудь. Пока рано. Долго засели, кстати, на этом уровне, скажу. Но их тут полно на самом деле, поэтому даже если и долго, то вполне оправдано. Сюрпризы. Идти дальше. Вот там проблема. Там легендарник. Охранник и легендарник. Блядское невидимое отродье. Ненавижу. Ведь еще кто-то есть, что ли? Close.
что за колечко? Что она дает? На более поздних уровнях активирую, потому что вдруг оно только на один уровень действует. Но большую часть говна мы убили. К этому готов, но я это пережил. Постойте. Подождите, я не согласен с этим. Было очень нечестно. Не согласен, я же не знал, что они там будут. Нет, вот так вот. А теперь честно. Тут 90. Так, у нас лежит атмосфера. А значит, я могу ее потратить. А это что такое? Это тоже потом проверим, что это. Пока мы вот это приготовим. Почему-то больше, чем заявлено было. Еще обнулить. Это я зря сделал, просто так использовал бессмертие. Чрезмерно длительный, очень большой. Теперь я знаю точно, куда идти нужно. Помню эту маленькую дверку золотую.
нахуй идешь? Ого, наконец. Калашников. Я из него постреливать. Спасибо Думгею. Все. Так. Мы выжили. Проблемы. Ладно, засейвимся. Хоть и потеряли мы всего тут полно, ну да ладно, ошибки были, но похуй. Броню мы себе и лучше найдем, это я точно знаю. Я в это верю. Что за говно? Быстро тратится. Турель пригодилась. Это еще не все. Ух ты! Тоже уровень мясной, походу. Ничего, убытки возместил. Я, блядь, не видно. Надо бы подсветить там, что творится. Сука, блядь. Что такое, блядь? Че он так дамажит, блядь, плебей какой-то? Охуеть, столько хп снес. Какая-то тварь конченая, блядь, столько хп сняла, мало. Разом причем.
обойтись без меня. Тоже разбирайся. Ой, блядь! Это же этот. Это проблема. Там был еще какой-то пидорас, оказалось. Там был не пидорас, там была толпа пидорасов. Знать бы, кто где откуда повылазит. Стоит только предполагать. Либо я сейчас пустую потрачу мины, либо нет. Оружие. Ой, вот это вот стоит взять, наверное, будет пизда полнейшая. Интересный вопросец. Я покидал. Жаль, их нельзя забрать с собой. Вот что надо сделать в игре, чтобы можно было их разминировать и собирать обратно. Если они не нужны. Так, ладно. Не пугает такое сверкание. Что это такое? Черная дыра, что ли? И как это, ну, конечно, долго. Пошло нахуй! Что за блядство? Ты блядь! Охуеть!
Че это за плебей такой? За плебея как-то много занимается. Патронами. Так, это что я хочу знать? Блять, там еще бизон. Куда это он меня закинул? А мразь конченая. Бля, я бы не пережил его. Это не бизон был. Что, я не хочу проверять, кто это был. Обнуляем. Бизон. В таких вещах я не ошибаюсь. Чё, пережила, сука, инвулф? Опять отхиливается. Зря только пиропушку истратил. Ты ёб твою мать! Это же этот генерал, что ли? Или нет? Я не знаю, что это бельчик делает. Так, это плохо. Плазмы плохо дела обстоят. Сука, пидарас, блядь. Что уровень злой реально какой-то. Взялась.
шлюха. Ну, ёбаный в рот, это еще только треть была говна, которого вылилось. Поросенок. Броня у нас есть, самая разная причем. Тоже круто. Такое валяется черное. Какой-то. Боюсь идти. Блять, а. Чё это такое, блять? Чё это за читерство какое-то? Лепей, блять, ебучий. Ладно. Мы по тебе ударим всеми силами, имеющимися у нас. Еще и ядерный взорвался. Пиздец. Какая же мразь. Пиздец, сука.
конченая. Что мне дали, посмотрим. Что это такое? О, реген брони, инвулвы, еще инвулвы. Можно будет в следующий раз подобное говно буду инвулвами гасить и не париться. Какой-то из плебеев. Очень наглый, надо сказать. Опа, на это что было? Проверить, что на себе оставляет. Так. Надо проверить. Блин. Раз. Это что, не еще что ли есть? Что, сука? Откуда ты взялась, блядь? Убирайся нахуй. Конченая голова, блядь. Что тебе надо, блядь, и откуда? Ты сука. Бесполезный моб. Абсолютно бесполезный. С точки зрения... Откуда у вас столько взялось тут, а? Пидорасище. Просто как-то потно. Ha ha ha.
Так, что там у нас? Так, ого. Хорошо, у меня еще одно немезис оружие. Это говно было. Тоже говно. Тоже говно. Нормально. Не понял. Этих еще дохерище, по-моему, на карте. Нет, еще сотка осталось. 150 где-то. 130. Все равно хватает изрядно. Самое главное, что это все надо убивать. Ебать! Не спи в такие короткие сроки переключить оружие. Что это было там, а? По-моему, это дядька звонит. Ладно. А иди ты нахуй, откуда он взялся-то, блядь? Он там ждать должен был стоять. Чё за хуйня? Вы чё, охуели, блядь? Времени не давать мне на инвентаризацию. Пидорасы ёбаные. Матерей ваших ебал. Thank you.
Засейвим, пиздец. Блядский кусок говна. Сколько мне его еще убивать? К этой хуйне нормально вообще, блять, что за бред? К этому нет резиста. Там кастуете что-то нехорошее. Призыв чертей. Ты, сука! Нахуй иди! Он призвал, блядь! Засамонил! Очень подлая мразь! Сколько еще тварей будет? Это, блядь, подлая плебейская скотина. Пора кончать эту тварь. Самонь больше никого. Ой, блядь! Это проблема. Легендарный манкубик. Сука. Ладно, сидите там, животные. Мне только дошло, что это кардинал, блядь. Берись нахуй. С
Среди трупов не видно даже, кто есть где. Ладно. Сейчас подготовимся получше. Это был синий ключ, и я решил его по-честному взять. Так вот, нихуя, я его возьму не по-честному. Идите нахуй, еще и мастермайнд, блять. Да вы что, издеваетесь? Показалось, или он был легендарным? А это что за срань? Его не действует это. Блядство происходит непонятное. Интересно, откуда они здесь взялись? Это все засамоненные, что ли, меня преследуют? Понятно. Это пришли сюда они. Значит, я сюда вернулся. Заебала уже эта карта. Еще и уровень самый конченый.
Не то, что кончено. Интересно, по крайней мере, мобов полно. Но что-то слишком много для одной карты опасных боссов. Если бы это были бы среднячки там, по крайней мере, это еще другое дело. Так, блядь, где эта хуйня? Греческая музыка блядская бесит уже меня. Хочу убить этого скорее, уёбка. Пиздец. Что за хуйня? Хорошо. Это очень плохо. Там эти твари.
не сдохну. Все, я разобрался с этой сранью. Хорошая вещь. Все, блядство. Вообще дебилизм какой-то. Охранники, блядь, из ниоткуда появляются. Отсюда выбраться. Там просто жопа. Вали меня станет. Thank you.
просто пиздец полнейший. А то используй мины. Если бы я знал, что там откроется, я бы там все заминировал нахуй. Я бы сделал так, что ни одна проблить бы не выжила. Но я не знал. Не знаю, что это все дает. Чё это, блядь? Это еще один суицидер. Сколько их еще осталось? Дохуя. Охуеть просто, сколько их тут, а? По-настоящему злое место. Уже хочу скорее отсюда съебать.
знаю, что он там, а. Так. Нахуй. При этом еще ваншотнуло. Что, блин, блядство какое-то. Что это меня так ебануло? Проблема. Пиздец, всякое говно, блядь, спавнится. Забыл про эту хуйню. Ну, тупо с головой это демона, лол. Пиздец какой-то. Надо было подготовиться. Thank you.
сколько еще будет бед на мою голову. Наконец-то сдох. А где пушка? Немезис БФГ. Роняешь ее. Сука, наебал. Ничего, хоть это компенсировало. Где дверь красная? Так. Так.
синим ключом, короче, не идет. Тут такое блядство творится. Пиздец, дисбаланс в самом его проявлении. Я не знаю, как это место пройти уже. Все. Чекушка осталась. О, вот что можно будет сделать. Чекушка. Точно. Да ёб твою мать, как так-то, а? Я не успел даже ее применить. Что, блядь, охуели совсем, что ли там, а, сука, ёбаная, блядь. Пиздец. Что за блядство конкретное? Дастит хуесос, блядь, ебаный, который это написал, блядь. Черт просто ёбаный, блядь. Сын шлюхи, блядь, конченый. Все эти разработчики, блядь, это пиздец просто. Я ебал семейный альбом их. Да что, еще вы кто-то есть? Пиздец, не видно нихуя. Ну как-то так, иначе я не знаю, как это решить. Такое ощущение, их прибавляется как будто. Ого. Вообще замечательно. Теперь у меня два пистолета хороших.
такую площадь творится просто неебический пиздец. Сколько тут дохуя просто. Спавнер этой игры просто нелогичный. Совершенно нелогичный. Теперь надо найти эти столбы конченые, синие. Уже нихуя не помню, вот оно. Охуеть. Пиздец, как-то уж совсем потно, блядь, и несуразно.